Привет всем, это Вячеслав, канал Кибай. Сегодня к нам приехал такой вот универсал, это Audi A4 2006 года выпуска, европейской сборки, Audi универсал. В машину идут вот такие вот выкидные ключи зажигания на три кнопки: открыть, закрыть и багажник. Ключи по корпусу очень надежные, то есть со временем только бывает стираются резиновые клавиши. Выкидной механизм очень надежный. Это как бы эталон, можно считать, выкидного корпуса ключа. Именно по корпусу, по надежности. По электронике есть вопросы. Дело в том, что на этом автомобиле привязаны только оригинальные чип-ключи зажигания с оригинальными платами центрального замка. И с этими платами есть проблемы. Проблема в том, что плата отвязывается от машины, а привязать ее вообще уже невозможно. То есть лампочка на ключе, когда мы жмем, моргает. Ключ выдает радиосигнал частотой 433 МГц, но он с помощью диагностического оборудования не привязывается. Если у вас такая же неисправность, то нужно брать новую оригинальную плату и привязывать ее к машине. У данного ключика другая неисправность. Перед нами не стояла задача отремонтировать ключ, стояла задача изготовить новый чип-ключ зажигания. Этот ключик машину дистанционно не открывает, не закрывает, но заводит. Сейчас продемонстрируем. Вставляем, прокручиваем, заводится. Также мы изготовили новый чип-ключ зажигания. Этот ключик новый, с оригинальной платой, он машину дистанционно закрывает и открывает. Если мы вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем, машина заводится. Теперь у владельца Audi A4 в кузове B7 2006 года выпуска европейской сборки есть два чип-ключа зажигания с кнопками, правда, на одной кнопке не работают. Если у вас возникли проблемы с ключами зажигания на Audi, либо на другую марку автомобиля, требуется изготовить дубликат ключа зажигания, ремонтировать ваш хозяйский ключ, либо вы потеряли все чип-ключи, то можете обращаться в нашу компанию Kibai, мы вам поможем.